Банк развития БРИКС, я, конечно, понятия не имею, как он будет работать, поскольку в таких глобальных экономических вопросах уж совсем не разбираюсь. В своем кошельке-то с трудом как-то ориентируюсь. Но я думаю, что Банк развития как альтернатива МВФ и прочим международным экономическим структурам нам просто необходим. Его нужно выстраивать, потому что с теми структурами, которые созданы в первую очередь США, нам работать будет тяжело, скорее всего, в ближайшем будущем. Поэтому хошь, не хошь, может быть, мы на этом что-то потеряем довольно сильно, но все равно эту альтернативу строить надо.